Последнее время с водой очень сильные проблемы. С маленькими детьми жить невозможно. Мы уезжаем только вот. Все, воды нету. У Натальи трое детей, поэтому домашних забот выше крыши. Чтобы всех умыть, приготовить обед и постирать, приходится набирать ведра. Воды хватает не всегда. Тогда многодетная мать уезжает к родственникам. Утром открываю вот кран. И вот с таким напором оно весь день стоит. Ведро набирается, либо вот бочка стоит. Подставляю бочку, чтобы набрать воду. В этом доме поселка Петровский живет 27 семей. Точнее, выживает. Около месяца воды почти нет. Приходится покупать в магазине или наполнять тару у родственников. Какие рамки не входят? То есть, ну, в туалет, да, сходить, как вот. Ну, мама у меня приедет сюда, да. Вот женщина взрослая, да, вот там дети. 21 век, и без воды мы сидим здесь. Мы что, вот должны сюда ходить, что ли? Ну, как это? Сегодня с ведрами жители отправились в администрацию поговорить с главой, заодно и водой запастись. Спойлер, не получилось ничего. Летом, вот я клянусь, уже 2 года подряд мы моемся на озере, потому что от слова совсем нет воды летом. Вы почему у меня спрашиваете? Ну, мы вам спрашиваем. Ну, а что вы мне спрашиваете? У меня дома вода есть, в администрации вода есть, у меня всегда вода есть. А раз у сотрудников администрации все хорошо, то и жителям, видимо, придется потерпеть. Сегодня главы на месте не было, по телефону поговорить тоже не удалось. Выходите из приемной. Выходите. Да чего я буду выходить? Я пришел... Да мне нужно работать просто. А мне нужна вода. Ну, вот давайте его сюда, и будем разговаривать. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в управляющую компанию, которая занимается водоснабжением поселка. Говорят, вся проблема в 70-метровой трубе около дома. На следующей неделе ее будут прочищать, а летом обещают заменить. Разговаривали с главой поселения, значит, и с жителями. То есть эту проблему будем решать кардинально. Как пока еще как бы не либо отдельно прокладывать водовод, либо же здесь скрывать и уложить его уже технически правильно, потому что он явно там с нарушениями проложен. Вот только за чей счет будут проводить работы, непонятно. Скорее всего, по словам коммунальщиков, предложат оплатить жителям. Это 40-50 тысяч. Казалось бы, цена небольшая, но собственники квартир за ЖКХ платить не особенно любят. В управляющей компании рассказали, что по платежкам за воду рассчитываются только 4 жителя. Дмитрий Бачко, Сергей Олейник, 31 канал.